Ну что, друзья мои, прошли 15 дней. 15 солнечных и пасмурных дней. Сегодня 16 марта. 17 год. В Москве 7 часов и 30 минут. И год петуха нам приносит очередной сюрприз. Со вчерашнего вечера, друзья мои, всю ночь пришел в Москву раньше срока, обещали нам сегодня, но, увы, друзья мои, вы наблюдаете, и сегодня пасмурно пришел весенний дождь. День сегодня будет пасмурным, я вмешиваться не буду, у меня своих дел хватает. Подснежники. Снежная поляна на месте, трава зеленеет, это моя волшебная поляна у моей березки, которую я сам посадил много лет тому назад. Она не единственная, вот там у меня тоже стоит березка, у которой я заряжаюсь энергией, как видите. Деревья набухают, зеленеют. Итак, друзья мои, сегодня день будет пасмурным, дождливым. Это весна. Я же вам говорил, что весна будет пасмурная. Это как и 1 марта. Ну, может быть, если меня хватит и будет настроение, друзья мои, то я постараюсь остановить этот дождь, чтобы он не мешал, особенно когда я буду на улице. И, может быть, я вам достану солнце. Вот летает моя голубка, ждет, когда я их буду кормить. Сейчас они прилетят сюда. Вот они сидят, ждут. Обратите внимание. И сейчас они прилетят. Пришла Масяня покушать. Мася, Мася, Мася. Так что, друзья мои, день сегодня будет пасмурным. Местами дождливый. Утренний завтрак. Масяньки. Идет концентрация мысли, и сейчас голубь прилетит. Мася продолжает трапезничать. Поела и пошла. А теперь она попьет водички.